Особое конструкторское бюро кабельной промышленности. Крупнейшее современное предприятие Московской области. Численность сотрудников более 800 человек. Около 60 лет продукция завода востребована среди предприятий лидеров авиационной, космической, нефтегазовой отраслей и оборонно-промышленного комплекса. Провода и кабели подтвердили свою высокую надежность. 35 лет срок службы. Также есть отдельные единицы, которые мы делаем для других проектов, для атомных электростанций. Мы подтверждаем 60 лет эксплуатации. На экскурсии по предприятию впервые побывала и глава городского округа. Юлия Купецкая отметила, насколько важно участие предприятия в национальном проекте. Оптимизация рабочих процессов способствует росту зарплат, а вместе с тем и отчислений в бюджет округа. Сегодня мы говорили о том, что предприятие включено в перечень системообразующих Московской области, но видя размер предприятия, те заказы, которые она исполняет, это уровень не только региональный, но и федеральный. К нам обратилось руководство для поддержки заявки на федеральный уровень, включение в федеральный список системообразующих предприятий, что со стороны администрации было сделано, и я уверена, что это предприятие достойно представлять в целом не только Московский областной регион, но и Российскую Федерацию. Вступая в национальный проект повышения производительности труда, УКБ поставил перед собой масштабные цели, которые удалось успешно реализовать. В связи с тем, что это все-таки предприятие оборонно-промышленного комплекса, не хотелось бы разглашать определенные параметры, но я вам могу сказать, что это выше, чем в среднем по аналогичным предприятиям. Это свидетельствует о вовлеченности сотрудников предприятия, руководства предприятия в сам проект и желание реализовать, желание стать лучше. То есть, соответственно, у них все получилось, и надеюсь, они на этом не остановятся, будут развиваться дальше. За полгода в конструкторском бюро выработка бортовых проводов была увеличена на 46%. Это стало возможным за счет перепланировки двух участков и сокращения перемещения заготовок в процессе производства проводов. Нету лишних на рабочем месте. Тебе кажется, вроде тебе вот это надо, еще там телефон положу, а еще воду поставлю, там еще что-то. А когда это реально уходит, и когда, допустим, те же самые вот просто обычно оборудование по-другому поставили, чтобы просто работник перемещал катушки по-другому, чтобы он, к примеру, конусы свои не где-то там у кого-то искал, ходил в другое там на другую перемотку, а у него вот она висит. Оптимизировать производственные процессы и выбрать максимально удобные алгоритмы работы помогают эксперты Федерального центра компетенции. Создали рабочую группу из тех компетентных руководителей, которые есть на предприятии, и благодаря этой команде достигли хороших успехов. То есть прирост по выработке в потоке производства марки провода, которую мы выбрали, составил плюс 32% по отношению к предыдущему периоду. За результативную работу наградили активных участников рабочей группы. Среди сотрудников предприятия есть те, кто работает на заводе уже более 30 лет. У нас есть новые идеи, новые продукты, которые мы пытаемся выводить на рынок, разрабатывать. И для их реализации нам потребуется площадя. И вот сейчас мы занимаемся активно поиском новой площадки. Хотим, чтобы эта площадка осталась в Мытищах, потому что у нас высокое все-таки технологичное производство. Для нас самое главное – это наш коллектив, который их знания, их навыки, умения. Генеральный директор конструкторского бюро оценил эффективность проделанной работы и обозначил ориентиры на следующие 2,5 года. Татьяна Горностаева, Денис Петров, Первый Мытищинский.